Ну вот, это центральная площадь Улан-Батора. Там у нас Чингисхан. С другой стороны у нас Сате-Батор. Вот он. Ну, это местный Майдан, там на плакатиках «Остановите коррупцию». Ну, здесь очень красиво. Вообще, монголы очень похожи на русских во внешнем поведении. Такие же парочки. Примерно такой же язык тела. Там стоят люди, которые собирают деньги на больных. То есть вот эти люди к протестным настроениям никакого отношения не имеют. Там Шангри-Ла. Вдаль тех гор течет река, и там Улан-Батор заканчивается. Но если бы не монгольские лица, можно было бы подумать, что я где-то в России. Мужчина крутит головой, явно иностранец. Вот такой вот центр Улан-Батора.